Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам участники долевого строительства жилого комплекса «Ленинградский», город Хабаровск. Строительство нашего дома начато в 2016 году и не завершено до настоящего времени, а именно до августа 2023 года. Дом находится в работе Фонда развития территорий. Однако в отношении нашего дома не применяются механизмы достройки. Все, что мы можем получить в результате так называемого восстановления нарушенных прав участников долевого строительства, это компенсации. Но размер компенсации является несправедливо заниженным, что не позволит нам приобрести иное жилье. Я обращаюсь к вам от имени моей дочери и моего зятя, которые купили квартиру в этом доме еще в 2017 году. И я очень прошу вас помочь достроить квартиру. Наш зять сейчас на фронте уже 11 месяцев. И нам очень хочется, чтобы он вернулся с фронта в достроенную квартиру. Я и моя семья являемся жителями города Хабаровска. И уже второй раз подряд моя семья является обманутыми дольщиками в городе Хабаровске. Первый раз, Владимир Владимирович, вы нам очень помогли в достройке дома. Помогите нам, пожалуйста, и второй раз. Очень сложно платить ипотеку и выживать в тяжелых условиях в нашем славном городе. Подъезд был готов наш 3 года назад. Сказали, через год все сдастся. И сейчас вообще непонятно, сколько ждать и доживу ли я до этого. Я, Головинова Наталья, заключила договор долевого участия в апреле 2019 года. И на сегодняшний день уже 3 года я оплачиваю ипотеку из своей пенсии. И я, конечно, очень хотела бы, чтобы этот дом достроился, и мы все получили квартиры.